стало известно, что Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн «Алмаз-Антей», проводит очередную модернизацию зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Об этом сообщил генеральный директор предприятия-разработчика ЗРК Фанил Зиетдинов. По словам главы завода «Купол», дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» позволит российским войскам поражать все воздушные цели на малой дистанции, даже те, которые пока находятся в разработке. Новая радиолокационная станция ЗРК «Тор-М2» способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности. А дальнейшая автоматизация работы комплекса в перспективе обеспечит выполнение задач практически без участия оператора. Оператору модернизированного зенитного ракетного комплекса останется только нажать на кнопку «Пуск», все остальное Тор сделает сам.